Danny, I made it. Great. Where are you? Some kind of service tunnel. I'm on the other side. Just keep going. You're almost to the colony. Да, сейчас подойду, Дэнни. Жди меня. Сначала я обыщу этот туннель. Возможно, что-нибудь полезное найдется. Пока что я нашел только чей-то труп. Давайте послушаем запись. Сюжетка, конечно, настолько банальная и скучная. Ящик. Когда Джейкоб говорит «найс», мне сразу же представляется тот мужик из мема. Вроде все взяли. Залезай. I'm at the colony. Where are you? See that light tower? Meet me there. Light tower. Got it. Эти звуки наводят ужас. Спускаемся вниз по этой лестнице. Крыша обвалилась. Опять эти слепыши. Они нас хоть и не видят, но очень хорошо слышат. Поэтому двигаться надо как можно тише. И желательно их мочить со спины. Тут просто все напрашивается на то, чтобы я его на колья насадил. Заряд в перчатке у нас еще остается. Так что можно юзать. Давайте оглядимся. Судя по всему, это были жилые помещения. В них жили люди. А теперь обитаются монстры. Так.
Этот шастает туда-сюда. Проходи. За этот рычаг можно потянуть. Этот, судя по всему, дохлый. Ну чё ты? Во. Подобрал чутка деньжат. Access the elevator. This area's locked down. I didn't come in that way. Had to raid a security room up here to open things up. Security room. I'll look for one here. Развернулся неудачно. Давайте пятиться назад, пока мы с ним не столкнулись. Пополнили чутка боезапас, хотя сейчас мы его почти не расходуем. Всех убиваем скрытно. Аккуратно обойдем его. Баю-бай. Пока что я не знаю, где комната охраны, поэтому прочесываем вообще все. Ты еще откуда вылез? Да нет, я хотел взять, что из него выпало. Где оно, кстати? Разработчики ставят эти ящики в неудобных местах. Хрен достанешь. Почему-то у меня ощущение, что она сказала больше, чем было показано в субтитрах.
сколько же вас тут? Вылез откуда-то из подвала. Снова ни на что не хватает места. Я ничего не буду выкидывать, потому что все, что есть, все нужно. О, чертеж новой пушки. Это уже взять надо по-любому, потому что дальше он вряд ли еще раз попадется. Неожиданно. Скорее всего, если бы я чертеж не подобрал, он бы не заспавнился. У нас тут проблема пока что. Я же все зачистил. Врагов добавили, чтобы дорога обратно не показалась нам слишком скучной. Ладушки. В данной ситуации уже другого выхода не было. Пришлось стрелять. Ожил все-таки, да? Come on.
чутка восполнили хпшку. Вызываем лифт. Danny, I'm heading up to the tower now. Danny? Where'd she go? Я во всяком случае надеюсь, что с ней ничего не случилось. Да что же они тут нашли такое? Ну, покажись. Ближний бой здесь, конечно, специфичный. Нужно ее отыскать. Нашел предохранитель. Ha!
Nice. Fuck. В очередь, сукины дети. Надо срочно подлечиться. Иначе нам хана. Так-то лучше. Главное определить, что в этих шкафах находится эта гадость. Никак нельзя. Для тебя это каждый раз неприятный сюрприз. Вот для чего нужен был предохранитель. Он открывает вот эти ворота. Здесь есть магазинчик. Может быть, сможем распечатать винтовку? Буквально двадцатки не хватает. Она стоит 1000, а у нас 980.
Давайте, пожалуй, что-нибудь продадим и все-таки ее приобретем. Unauthorized use of this print will be noted on your work record. Remove item from print assembly. Ага. Пока что все. Tried to protect you. You didn't deserve this. Danny. Hey, Danny. Get away from me! Okay. Okay, hey. I'm sorry. I'm okay. Are you sure? You don't seem okay. I was in their mind. Reliving their memories. There was an outbreak 75 years ago. Just like what's happening in the prison. They killed everyone, trying to contain it. Everyone. These aren't accidents. There's a pattern. Arcus, Black Iron, Europa. They're all connected. Watch somehow. Out! Здрасте, здрасте. Давно не виделись. Разнообразием боссов игра не балует, конечно. Причем босс абсолютно слабый. Он ничего не может сделать. Я могу уворачиваться от его атак до бесконечности. Сейчас зацепил, конечно. Но это потому, что я отвернулся. Хотя бы на этот раз у него есть помощнички. Вот они намного опаснее. Как это ни парадоксально. Хотя, по идее, они обычные мобы.
Конец тебе! Danny, you okay? It got the drop on me, but yeah, I'm fine. This way. I know. I mean, they knew a way to reach the surface. Didn't know you could transfer memories like that. Implants are wired into the brain. It's like copying a file. UJC required the miners to get a version of what became the core. So what's it like? Weird. Like, being two people at once really makes you understand them. Because you were them. Those things, they used to be the miners. Yeah. Damn walkway collapsed. The way to the surface is on the other side of the colony. Just keep moving and I'll meet you there. И снова нам пришлось разделиться, потому что мы свалились. UJC is here for you. Так. Да, давайте емкость магазина повысим. Notify the administrator with any concerns. Remove item from print assembly. А, мы опять оказались там же, где и были. Понял тебя. Сейчас уже бегу. Давайте на что-нибудь другое переключимся, поскольку в пистолете у нас закончились патроны. Мне тут преградили путь. Сейчас разберусь с ними. Конечно, это не обязательно. Можно и просто пробежать. Но я так не хочу.
Quick. That was close. Погоди-ка. Operating within normal parameters. Все, пошли. Freezing. I can't believe people live down here. Yeah, well, didn't have much of a choice. Some still don't. Это в точку. Новый расшифровщик. Можно, конечно, сбегать и сбаглить его. Пока что автомат неподалеку. Ну да ладно. Впереди наверняка будет еще. Shaft up to the surface. Why would they cover it? Don't know. But we have to cut through there to get back to the prison. По-моему, мы единственные на свете заключенные, которые хотят вернуться в тюрягу. Безопаснее было бы держаться вместе. When they broke through to Callisto's subsurface ocean. It was dead by the time we arrived, killed by security forces. But inside the carcass, we found them. Thousands of larvae. Primary disease vectors for the biophage pathogen.
We collected specimens and transported them to our central lab on Europa. The pathogen acted as an evolutionary accelerant, mutating the colonists into little more than mindless brutes. Save for one. The so-called Subject Zero. Somehow able to reap the benefits of the contagion. Greater strength, endurance, and longevity, while preserving their intellect and humanity. Though killed by security forces during the outbreak, the body was transported to the Black Iron Lab, forming the basis of the original research program. Oh, God. Five, two, one. You and me, we got some unfinished business. Go to hell. As you can see, things have changed. Jacob, I found the surface access door. I'm trying to open it. Поспеши, пожалуйста. А то я тут встретил старого знакомого. Нифига себе он мутировал. Trying to help you, but soon she'll be one of us. You okay? I'm fine. Just keep moving. Okay. Секундочку. Надо кое-что сделать. Up to the surface. Я запущу ее. Располагайся. Oh, we made it. Danny? Danny! Hey! Hey! Okay, come on. Up. No, no, no. You're gonna be okay. This isn't fair. I promised I would stop them. Fuck. I won't turn into one of those things. No, 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 no. Okay, that's not gonna happen. Hey, we are gonna fix this. How? We're gonna stick to the plan. We're gonna get to the Warden's Tower. There's gotta be a way to reverse this! You don't know that! No, I don't. But we're not gonna give up now. We're gonna finish this thing together. Okay? Okay. Okay. Come on. Come on, up. You good? I need this. Okay. Okay, we're almost there. I don't recognize this area. Where are we? Let's find out. My patience is at an end, Muller. It's been close to 6 months.
Это ублюдок по имени Кол за всем этим стоит. Он здесь всем рулит. Возможно, у него есть противоядие. Unit online. Stand by. Cycle complete. Prison's running on autopilot. Systems are all shot to hell. Almost got it. It's the shoe. The whole prison's infected. We should get the hell out of here. Good idea. Warden's signal is still active in the command tower. Can we make it to him? Looks like it. I'm getting the door now. Открыто. Inmates, return to your cells. No!